В начале лета можно встретить цветущие кустарники. Они бывают розового, а бывают белого или желтоватого цвета. Это шиповник или дикорастущая роза. Именно из шиповника неизвестный для нас садовник вывел садовую розу, царицу цветов. В царстве кустарников шиповник занимает особое место. Он не только радует нас красотой своего цветения, но и щедро дарит человеку ценные для здоровья витамины. По возможности понаблюдайте с малышом, какие плоды появляются на этом кустарнике, когда цветок отцветает. И не забудьте осенью показать малышу, как эти плоды станут красными, мясистыми и гладкими. По возможности попробуйте их на вкус в виде отвара или компота. Расскажите малышу о других цветущих растениях нашего города –